Шедевр! Типа, папа, я хочу пить. Кто со мной разговаривает? Никого сзади нет. Ага. Привет, Витёк здесь, и это снова Колёсище. С детком, чатиком, Витьком и... Без цветка. Прикинь. Хотя ладно, тот большой фикус все еще здесь, вон он смотрит на меня, но я сегодня ленивый, я его не потащу. Сорян. Но у меня есть стол, и на столе, как обычно, много всего интересного есть. Например, о, я только сейчас увидел. Я не знаю, не спрашивайте меня, зачем мне это? Послушайте. Это грызунок. С погремушкой. А еще у меня есть слаймамен. Не знаю, зачем он мне нужен здесь. О, смотри, какой клевый. А, мерзость. А. Ну ладно, мы пришли в колеса поиграть. Прикиньте, там бачар сделал уровень. Я вообще в шоке был. Но мы в прошлый раз сказали, что типа бачар, мы тебя забаним к следующему стриму, если ты не сделаешь уровень. Он взял и сделал. Охренеть, смотри. Во. Биг Пога Челлендж. Я сначала не поверил, думаю, но это какой-то клон бачара наверняка. Проверил каждую буковку. Нет, это он, настоящий. Попробуй не сломать свои руки, имей удовольствие. Имей удовольствие, поставь лайк этому видео. А мы погнали. Строим уровень. Чё? Что с Погой? А что она такая гигантская? Схвати Погу, чтобы стартануть. Офигеть. Блин, страшно. То есть налево нельзя. А как правильно управлять этой гигантской Погой? Не понял. Тихо. Уху! Хорош. Так. Я так понимаю, ты просто сам механизм воспроизвел у Поги. Она какая-то лютая. Уху! Хорош, я, кажется, научился. Стоп! Чё стоп? Бачар, ну ты даешь, а? Каждый раз какую-то дичь придумает новую. Ой-ой-ой, чуть в дырочку не упал. Давай раскачаемся и... Хопа! Хопа! Нет! Засранец, зачем ты такие дырки за широкие сделал? Бачар знает толк в возвращениях. Он каждый раз делает уровень такой, что все в шоке. О, нормально. Нормально, 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 погнали. Во, хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Давай, 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 давай дальше. И... а чё не прыгаем? И... No, my arm! Да ж какого же... Блин, диджей Арбуз. Ну какого хрена? Ну я сейчас... Понятно. Эть, хорошо. Тихо! Фига себе отпрыжечка. Так, чуть подкрасться. Я застрял. Я где? Фига себе, в каком-то космосе в астрале летал. Так. Так. Ну-ка. Это что? Какого хрена? Какое Марио? О чем ты? Какое к черту Марио? О! Это было страшно. Я думал, сейчас меня сплющит. У меня штука перестала складываться. Ты мне сломал эту штуку, что ли? Смотри, она перестала работать. Алло. А вот, заработала. Ну, я думал, здесь так же беспроблемно все будет. А тут... Мне теперь месяц перепроходить.
Ну, нет, держи ее! Держи! Нет! Можно камеру пониже? Нет? Камера! Это камера виновата, я тут ни при чем. Я сосредоточен. Я познал дзен просто. О, красиво, красиво. Можно так просто ездить на ней? О, нет. Бачар. Мне кажется, идея с баном тебя была все-таки правильная. Чат, я не понял, вы за кого? За меня или за бачара? Что за фигня? О, фига себе, я сразу сюда прыгнул. Нормально. Хорошо. Я могу и так. Хорош, я прям перепрыгнул 3 дырки разом. Ну какого хрена? Ну почему рука оборвалась? Погнали. Ну куда ты? О, наконец-то. Куков. Смотри, какая красота. Прям головой в нее вошел. Не-не-не-не-не. И туда ее. Хорошо, смотри, сразу на второй. И бум. Капитально. Сразу минус 2. Оттянули и направо. Бабач. Слабо так, смотри. В 3 прыжка сейчас пройду уровень. Так, здесь осторожно, здесь деньги дает. Но они того не стоят. А так и... О, я выжил, взял деньги и выжил. Так что здесь у нас труба. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Еще деньги. А как их взять? При этом не торгануть лицом. Ух, хорош. Это было рисковое мероприятие от Вичка. Погнали дальше. Тихо-тихо, так не надо гнать. Направо, бам. Так. Еее. Боже, как... Пуго-джамп. Типа, обостропрыг. Пуга-джамп. Так. Да. А их можно, это какахи, что ли? Можно ломать? Клёво. Проломи меня полностью. О, а это уронил. Это будет мой мост в будущее. Нормально, смотри, я разошелся как. Где мой финал? Что такое? Широкая финишная линия. Ее надо преодолеть. И да! Еее! Я смог. Капец, я 20 минут играл в этот уровень. Я 5 баллов поставлю. Наконец-то бачар что-то сделал. Нам нужен чебурман, да? Как ты пишешься? Чебыр? Чебыр-бурашка. А мы что последнее играли? Кто помнит? Говорят, Impossible последнее играли. Значит, нужно вот это продолжать. Привет, Витёк. Я наконец-то создал этот уровень. Каутрон? А, Коушен, наверное, должен быть. Типа, осторожно, слишком сложный. Блин, но мы только что такой погофайт прошли, который не может быть сложнее твоего. В смысле, пасхалка, поехали. Витя, мне просто интересно, почему ты игноришь меня на Ютубе? Да просто так. Смотри, я прошел-то уровень уже. Ты говоришь, сложный. Pogo Fight Hard for Vitek Play. Слушай, здесь управление. А чё здесь Pogo такая маленькая? Скажите мне, я чё-то... Она такая действительно и должна быть? Или мне кажется, что она какая-то слишком маленькая здесь, в этом уровне? Мне кажется, она какая-то слишком маленькая, реально. А! Чё это было? Чё это было там? Фига себе. Ты чё, Winter Pogo Fight ожил? Да не, Pogo должна быть больше, по-моему, в обычной игре. Или у меня реально уже деформация с прошлого уровня какая-то. Ё-моё, чувак, я не хочу тебя с собой брать. Жесть, там так картинно умереть надо еще уметь. А как мне теперь ее сдвинуть оттуда? Боже, что это происходит со мной? Нормально. Это что, человеческая многоножка дубль 7? Тихо-тихо-тихо, сейчас в попу острел острым концом, не надо, пожалуйста. Вроде так удачно получилось соскочить с них всех.
Во, прикинь, капец, я смазал. Я свалил оттуда из этого месива сумасшедшего. Охренеть. На, мужик, заруби себя сам. Так, уйди от меня, отстань. Так, а там, смотри, там мину заложили. Надо тетку на мину кинуть. Пошла вон. Ах, какие ты, посмотри, красавчики. Как они классно мину защищают. Это такое ощущение, как вот на электрогитаре такой лобай такой. И я такой микрофон ему вставил, смотри, пой, говорю. И он такой, не смог, не справился. Но до сих пор там на гитаре лобай. А я почему-то играю в теннис его головой. Окей, ладно, бывает всякое в этой игре. Это был не теннис, это как это, чеканочка была. Умеете в чеканочку? Я нет. Хотя вроде умею, судя по этому уровню. Изи. Медиум. Так. Хард. Оп. Опа. Смотри, носиком-то пройдено. Так, что за мужик? А что у тебя тут? Это что, ниндзик что ли какой-то? Там... Что у вас тут произошло? Боже мой, мне страшно. Давай вот так вот, хитро. И... Эть, укуси его за пятку просто. Хоп. Ух ты, смотри какой, а. Ты мне что, тест-система, что ли? Анализ на глисты взял у меня, видите? У него меч красиким окрасился. Так, что дальше-то? Вот тут как-то надо пропрыгивать. Я даже не знаю как. Прям дико. Дико страшно сейчас будет. И... Извиняюсь. Хоба. Не хоба. Нет, снова. Хоба! Тихо там, мина! Чел, спасайся! Как я это сделал, я не знаю. Так, и что, мы теперь вместе с тобой? Мы с Тамарой ходим парой? Что с вашим Дедом Морозом здесь произошло? А можно как-то от тебя отцепиться? Садись вон туда. Вот. Копье возьми копье попой своей, там, я не знаю, что. Во, молодец. Сел, присел. Да как ты ж... Ладно, придется его с собой тащить, капец, тяжелый засранец. Невозможно его забрать с собой. Я пытаюсь, но это нереально вытащить его. Он слишком тяжелый. Руки трясутся, Пога сейчас сломается. Я сломался вместе с Погой. Жалко, не дошел до финала. А такая история красивая получалась. Да, это жестко. Что тебе поставить? Я не знаю, что ей поставить. Ну, вроде неплохо выглядит, я так скажу. Красивее, стильненько. Чувствуется, так мастер руку набил уже. Не буду до конца проходить. Пройдет до конца кто-то другой, расскажет мне, что там дальше. Хотя, я думаю, там, скорее всего, уже скоро финиш. Привет, Витек, я просто хочу увидеть твою реакцию на этот уровень. Если тебе понравится, создай вторую версию. А, я создам вторую версию с другими вопросами. Ну-ка, как ты это реализовал? Question 1. Гопрос 1. Ого. Что это? Треугольник Дмитриевского. Треугольник Серпинского. Треугольник Ньютониана. Ой, боже мой, я не помню, как это называется. Ньютониан? Нет, Серпенский. Окей. Гопрос 2. Радиус окружности. Радиус равно P пополам, S пополам или D пополам. Ну, конечно, D пополам. Сейчас я таки, что это он называет? Какой мой любимый Бладбачаровский уровень? Так, Lazy's Man, спутник, симулятор, Jesus Birthday. Ну, наверное, вот этот. Ты же тоже ленивый. 53 секунды ровно, кто сможет. Нормально. Просто про треугольник слишком специфичный вопрос. Я знаю, что это за фигня, это всякие фракталы и прочее. Я просто не сильно в этой теме силен. Давай, тролл левел, бахнем. Привет, Витек. Я есть не знать, как комментировать этот уровень. Я скажу, наслаждайся. Я говорю, наслаждайся. О, пошалка. Let's go. Не понял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Говно кусок, ты смотри, заловил. А если я успею отъехать, что будет? Оп, прям в грудь. Ладно, поехали вперед. Направо? Ты уверен, что направо? Снова направо? Мне уже страж. На. Не, все-таки налево, смотри, здесь надо было. Ах ты троллина тролльная. А я смотри, могу вот так сделать. Ага, видал? Сохранился, сохранился. Опа, я вниз пошел. Это что, ботл ран? И... А, облом. Первое или второе? Надо нажать, да? Второе? Или первое? О, куда идем? Смотри, туда голова. Ага, смотри, голова туда упала и вылетела от взрыва. Значит, нам туда не надо. Видал, как я чекнул? А. Вот оно как работает, оказывается. Сам себя перехитрил. Окей, окей. Силен, молодец. Я поржал. Значит, мы идем в один. Сейчас прикинь, ни в один, ни в два не надо будет идти. Паразит. Значит, надо было куда-то вперед ехать. Там можно направо проехать, там в кишки лежали. Черт, капец, разводила говнюк. Направо можно ехать. Блин, я сейчас как Чубака буду орать. Ты что творишь? Спасибо за игру. Блин. Поймал снова. Да, тролль уровни тебе удаются, что я могу сказать. Так. Оп. Опа. Что, опять? Опять оно? Ага, в этот раз настоящий. Ух, ну ты дал мне просраться. Капец, вроде так всего чуть-чуть сделал, но я тут столько смертей успел положить своих. Силен, силен. Болфол. Привет, Витек. Еще один уровень для тебя. Наслаждайся. Что-то как-то плохо у тебя с рейтингом. Что случилось? Tap to start. Нуп. А, это просто сквозь мячики пройди. Ну, это так. Ну, я же профессионал по дырочкам. Я просочусь, не переживай. Просочись! Смотри, прикольно, можно прыгнуть в мячики еще ударить. Ровно 47 секунд. Что-то у меня сегодня ровно как-то. Не знаю, глупый уровень какой-то, но эти 5 баллов поставил. Rail Adventure. Приключения на железной дороге. Привет, Витек, этот уровень немножко сыроват. Но я использовал клевые механики из колес. Жми Space, чтобы ездить на по стенкам. А там пасхалка, что ли, внизу? Ну-ка. Как туда попасть? Да не сюда ты, куда ты выпрыгнул? А да вот так сделал, смотри, вот так хитро. Вот мы вот так и назад. И хопа! Сальтуха от Витюхи. И где пасхалка? Не понял. Где моя пасхалка? Где моя пасхалка? Видать, нету. Лады, тогда погнали. Holding space. На, меня бомбануло. Что-то я не так сделал, да? Фигаси меня вагонеткой накрыло, а я еду дальше. А, все. Блин, я-то разогнался. Вообще прикольная механика. Так, ладно, пошли посмотрим, знаете, лучше за неделю, что ли. Нет, не за неделю, за месяц. Лучшая рейтинг за месяц. Бахнем. О, портал, смотри. Не двигайся, пока игрушка... Ой, когда экран белый. Добро пожаловать в мою лабораторию. Лаборатория. Это мой новый... Мой портал. Да. Ты можешь путешествовать по уровням. О.
теперь, говорит, заходи и не бойся. Я зашел. Я зашел. Сказали не двигаться, пока белый экран. Оу. Вау. Болфол. Нифига себе, телепортнул меня реально куда-то. Я об какие-то невидимые мячики трусь. А может даже и не мячики. А! Капец! Его лаборатория сломалась. Это что за дыра? Нормально. Пошла мазня. Нажми. Надо, кстати, было успеть съехать и вниз прыгнуть. Там наверняка секретка. Но это вы сами проверите. Keep away. Валим. Боже мой. Там кого-то убили. Что? Я хочу дальше в портал, алло. Уйдите. А-а-а! Капец, нифига себе, круто, история целая. Давай в другую дырку. О. Шедевр! Ровно 121 секунда. Я сегодня реально ровненько играю. Колеса в 2025-м. Ну, это какая-то философская тема опять, да? Ну, конечно, конечно. Посмотрите, на что будет похоже колеса в 2025-м. Raid 5, если ты попал сюда, Raid 5, если ты попал сюда, и так далее, и тому подобное. Нажми Ctrl. Зачем? Нажми, поставь 5, если ты сделал прыжок. Неплохо, кстати, неплохо. Те, кто читать умеет на английском, рафланут. Pogafight fun. Fun. Ой, что-то меня накрыло, ладно. Хопа, а здесь пасхалка. Нет? Нет? Блин, я думал, в 2025-м уже будет везде пасхалки делать. Смотри, don't move. 7000 ровно просмотров. Обожаю, что когда ровно. У меня сегодня все ровно. Дезинтеграция прям какая-то происходит. Красиво. Bottle flip человеком. Странные какие-то извращения нам показывает автор. Он любит все головой собирать. Нормальный трек. Опять головой. О, боже мой. Да. Контент, которого мы достойны. Ран. Куда бежать-то? Он говорит, бежать надо. Беги. Хорош. Я выжил. Что дальше делать? Чуть такое. Шипики. Вау. Не понял. Давай. Хорош, опять запчастями швырнуло. О, капец, раздрестакало. Там уже велосипед лежит. Или от них надо отбиваться вот так вот. Парень, держись. А, мина со мной вместе. О, на жопе еду. Черт, не доехал. А красиво шел, прикиньте, до финиша доперся бы. Парень, защити меня. Давай к финишу. Нет, не попал. А чё, клёвый уровень, кстати, забавный. Давай, шпарь. Тихо, я первый. Отлично, наконец-то я его прошел.
Блин, а что забавно, мне понравилось. Спайкфол. Паркур. Паркур. Точнёхонько. О, Бэкрумс, смотри, погнали. Сейчас я провалюсь в текстуры, наверное, смотри. А там пасхалка. Папочка, куда мы идем? На сделку. Но у тебя же нет кошелька. Оп. Круто. Окей. Коридоры, коридоры. Так, хорошо. 3D такое, такое. Такое 3D, 3D. Это что такое? Мокрое все. Папочка, я намок. А, не, я это, какой, я хочу пить. Выпить ли эту жидкость? Да, пусть пьет. Первая концовка. Тебе не следовало пить рандомную воду на полу. Божественно. Мне уже нравится. Давай следующую концовку найдем. Ой, я еще одну концовку нашел. Там он говорит, у тебя же нет кошелька, вот за этим ты со мной, говорит, и едешь. Ну, шутка такая, да? Типа, папа, я хочу пить. Кто со мной разговаривает? Никого сзади нет. Ну ладно, мы не будем пить. Папа, я Тирсти, привет, Тирсти, я папа. Нет. Папа, я это как его. Я хочу пить. Привет, хочу пить, я папа. Отвечает ему папа. Полная версия будет скоро. Ну ты на говнюк, а? Я-то думал, сейчас еще новых концовок получу. Но юмор есть у человека. Спейчан Рампейдж. Я не знаю, Спейчан. Надо посмотреть, грузится долго. Что-то анимешное, видимо. Ну, точняк. Так, Space Punch. Фига себе. Shift Jump. Я прям по минам могу бегать. Анимешница какая-то. Битва. Битва анимешницы и города. Приз. Не подстрелим. Нафига себе кулаком. Ну-ка, анимешники. Погоня. Кто за мной гонится? А, это я за ними гонюсь. Подножку им. На! Толкнул тетку на другую тетку. Давай, тетки, быстрее бежим отсюда. О боже мой, у меня же залипание кнопки. Включить сочетание. Нет, все в порядке. Боже мой. Работаем, работаем. Кто такая Спейчан? Как кто это вообще по-русски? Аниме убивает, согласен. Прям хорошее название для видео. Аниме убивает. Слушайте, ну достаточно, мне кажется. Спасибо. Спасибо за внимание. Витёк был здесь. Лайки ставьте. В описании ссылочка на плейлист колесиков, конечно же, всегда есть. Это 337 выпуск, что ли, и 8 даже. В общем, много. Ну, собственно, от ваших лайков и комментариев зависит моя мотивация снимать дальше колеса. Ну, вы понимаете, что надо делать. Всем спасибо, всем пока.